Всем привет, ребята! Это битва с мастерами. И у нас мастер ФД Раскольников. Кстати, человек очень Набрал часто 6 очков из 9 последних. в Последний последнем. на вторнике, и я чувствую, что нас просто отводят без шансов в этой партии. Потому что я, ну, я уже много раз говорил сегодня, что я в плохой форме. Не то, что в плохой форме, а вот именно вот данный какой-то час в плохой форме. Надо сдавать пешку. Надо сдавать пешку. О боже. Вот теперь Да, вы, ребята, давай. понимаете, какой Никита слабый шахматист? Я это и так все знали давно. Пятым ходом, ой, ходом, ходом. Пятым ходом, пятым ходом. Пятым ходом. Он играет G5. Как так можно? Ты чего ты этим добился? А чего, G5 поставил в стиле Александра Кононова. Слушай, ну... Александр, это, конечно, я понимаю то, что это образец для подражания. Александр — это глыба отечественных шахмат. Глыба. Так, ну, тусклая позиция. 500 миллиардов сдвоенных пешек, что еще надо для веселья? Я бы пошел, наверное, на его месте ферзь c2. Сильный ресурс. Ну, на мой взгляд. Чё играем? Слон d6. Нет, поменяем ферзей. Ты же должен знать, что мы всегда меняем ферзей. Ну, тогда затыкай его. Ты как маленький просто. Ну, это все относительно, на самом деле. Сколько раз ты играл с Раскольниковым на... По-моему, мы сыграли с ним один матч в 6 партий, я выиграл с крупным счетом. Но боюсь, что сегодня этого не повторится. Почему-то он задумался. Ну, ищет план за белых. У белых должно быть объективно чуть получше за счет двух слонов, но... Когда я нас это волновало? Мы-то когда Е5 пойдем. Е5 хочешь, чтобы мы пошли? Конечно. Да. Давай. Все ради наших зрителей. А он не хочет, видишь, поддаваться на провокации. Скучный шахматист. Вообще. Можно побить, короче, на c3 и пойти e5, ой, e4. Нет, профилактика. Конечно. На самом деле, ладью на e8 хочу поставить и зацепить королька как-нибудь, если он даст. Он как-то меняет материал. Немножко скучновато. Конем бьем или пешкой? Пешкой. Почему пешкой? Потому что пешки — это... Душа шаг. Единственное, что меня радует в твоей позиции. Значит, мы бьем тут. Угу. Меньше пеш. Меньше радости. Больше отчаяния. Так. Ну, ДЦ еще, может быть, недооценил, не знаю. Может быть. Нет. ДЦ там, видимо, не походил, потому что у нее 5 в конце. Я подлагиваю, да, потому что он думает, а в итоге у меня время пропадает. Ну, у тебя, по-моему, зелененькое соединение. Что, да, что? Но я не знаю, в общем, что происходит. Так, на конь d5 будет слон d2? Ну да, конечно. А что же еще остается? Сдаться можно попробовать. Зачем? Нет, попробовать можно, конечно. Какие вопросы, но... Задумался мастер ФД из... Откуда он? Ну, он кунь e7 пойдет, наверное, в этом идее. Сессия. Слушай, пешку он... А, нет, ладья c8. c8, конь e6, очевидно. Король f6. Не, просто если он сейчас ничего не съест, у него хуже, потому что у него дрова, а не пешки. Дрова. А мы в любой момент готовы накатить h5. Стоп, может, не есть? Надо брать. Ну, пришлось. Как бы привязаться к этой пешке? Как бы вот на a7 не зевнуть? Так. Да, красиво. Ловушка тысячелетия. Вообще. Наверняка мастер ФД сейчас подумает 10 секунд и побьет на все. Получше чуть-чуть у черных, но чтобы это выиграть, надо будет, конечно, усилий приложить очень много. Ну ты же боевой шахматист. Да. Ты же покатаешь эндшпиль. Я покатаю, я флаг срубнул. С двумя королями. По боевому. Ну, ладья c4 опять задумано.
Мне кажется, что он опять недооценил, а сейчас будет испытывать проблемы из-за этого. Да, пытается найти контр-игру. Так слушай, это же Ладья должно d8 с побить. экрана в промежуточке. Можно побить, но можно и не бить. Королем, наверное, стоило, да? Не знаю, не уверен. Ну ты никогда теперь не сыграешь. Ой-ой-ой. Боль. Не, ну все-таки пешку я заберу. Пусть... А, он сдался. Ну А зачем реванш. сдаваться было? Реванш. Да. У нас две будет. Две партии в одном выпуске. О, защита Лехина. c4. h4. a4. a4. Ну a4. Хорошо, хорошо. Не идет он в этот вариант с d6. Ива, а ты играешь этот вариант за белых, да? Ну я рассчитываю то, что d6 где-то там я e6 сам накину. Это не ответь на вопрос просто простой. Ты Да. играешь этот вариант за белых или Да. нет? А ты у меня его посмотрел или в другом месте? Помнишь, короче, в много веселых минуток ты раз в 17 дал какому-то чудаку мат на h5. А, и ты поэтому стал это играть? Да. Оригинальный. Оригинальный подход к выбору дебют. Ничего не скажешь. Причем я сам, наверное, уже дал раз 189. Такой же мат? Да, в точности. Это работает. Это работает. Ну все, А ты h4, просто g5. Ну почему... О. очень, очень странная позиция. Почему ты пешки не находил? Зачем ты поставил коня на g3? Он сейчас ходом f5 встретит, и позиция будет просто неимоверно скучной. f5 ресурс, который я недооценил. Пока, слава богу, швейцарский. Ух. Я не вижу ни одного плана, ни за себя, ни за него в этой позиции просто. Предложи ничего, но давай на овы. Давай конем в угол пойдем, это всегда срабатывает. Ну h3, g4. Что-что? h3, g4. Алло? Да, Никита, вот сглазил я швейцарский интернет. И Нет, я возвращаю все фигуры на дверь, на первый. А, там они приобретают наибольшую потенциальную энергию. Алло? Да, бывает такое, то, что Швейцария очень плохо все с Нет, ты не ответь, ты интернетом. меня слышишь? Нет. Я тебя слышу. А ты меня? Отлично. Отлично. Ты Я тебя пойдешь? тоже слышу. Не могу сказать, что это отлично, но тем не менее. Пойдешь h3, g4? Да, пойду. Когда? Скоро. H3 точно пойду. А вот насчет G4, я, конечно, подумаю серьезно. Ну, король h2 тогда. Ладья g1. Сначала подготовить надо. Лучше надо подготовить. Сейчас G3, ладья G2, ладья G1. А, вот так вот. Серьезно, что ли? Он тут шутил. Нет, никаких шуток. Эта позиция просто была квинтэссенция всего странного, что нам происходило. Так, ну вот, наконец-то. Наконец-то белые Ничего, хоть. по сути, ничего не изменил. Он почему-то считает, что это для него невыгодно, и теперь открывает Terraform. Наверное, правильно делает, но... Может Ну быть, что, это... бьем, надо бить. Надо бить, иначе там проблем. И как нам теперь проламывать эту позицию? Есть идеи? Да. А, нет, не такая, конечно, идея была. У меня была идея пойти ладья g3, король g2, король f1, ладья g2, ладья h2, ладья h1 и давать мат по линии h. У меня заболели уши уже после третьего того хода, который ты сказал. Так интересный же ресурс. Немножко долгий, Сейчас конечно. f5, по f4 подкрутить, подцепнуть. Что думаешь? F5 и конь f4. Да. Нет, я, пожалуй, откажусь от твоего предложения. К сожалению, я тебя не спрашиваю. Я задержу ее. А, ну не дает, да. Не дает, не дает. Обидно. Ладья g3, мой план начинает работать. А, вот смотри теперь, как мой план будет работать. Ладья f1, король g1, король g2, король e1. Ой, стой, король f2, король... А, вот так вот. Жаль. Я не знаю, может, надо было побить этого слона. Я не смог разобраться так быстро. Еще ты там водил мышку у меня прямо перед носом, что немножко сказывалось на концентрации. Ну бей и иди f5, все, вот, план. Все равно конь ничего не делает, конь урод.
Согласен Ладно, ли? все, пошли в подкрут. Радостный шахмат. Уже опять. Ну, тухленько, на самом деле. Как тухленько, что еще? Позиция порвалась просто одновременно везде. Что тебе еще не устраивает? Нам зачем-то отдали пешку. Это единственный ход, который приводит к нормальной позиции для него. Но здесь вообще очень ясно. Мы тоже можем проиграть очень быстро. Потому что ну, у нас-то король тоже не верх красоты. Ну, И пешку-то сил. нужно бить на g4, на g5. Шах еще какой-то наш тейбл, не знаю. Позиция просто в разнос пошла одновременно, везде. То есть на всех фронтах. Абсолютно не знаю, что здесь происходит. Ужас. То есть он тоже. Он, я понимаю, что он явно не глядя накидывает. То есть, ну, что уже накинулось, то накинулось. Потому что это невозможно разобраться в этом месиве фигу. Стоп, есть. О, господи. Ну, в общем, в итоге мы выиграли. Наверное, да, потому что он не мог там бить. Сейчас снова Е6. Ладья H5. Грозит мат в один ход. А что, есть защита какая-то? По-моему, нет. Да, нет защиты. Да, всем спасибо за внимание. Откуда он, мастер ФД? О, еще. Непонятно откуда.